Ну что, посмотрим, что там внутри. Интересно же. Тут хранилище, видимо, овощное было все-таки, да. Тут отсек, и тут отсек сделан. Ничего особого тут нету. Ну и что еще, пойдемте глянем, что у нас тут находится. Что это за домик такой, наверное, персонала, я так подозреваю. Ну, тут уже и дерево выросло. То есть, если дверь не была не снята, уже дверь, ну, дерево не позволило бы открыть. Не знаю, что это. Ну, тут, короче, разгром, бардак. Здесь какая-то комнатка. Здесь тоже комнатка. И все. А вот это что интересно? А, вход там или окно там? Просто что здесь почему-то дощатое такое. Как будто решетка, как бы имитация решетки. Что это здесь? Вот вход есть. О, ну я даже не знаю. Это какая-то мойня здесь, наверное. Вода подходила. Здесь либо мылись, либо что-то такое. Кто еще помнит этот цыпленок? Кто в нем находился, напишите, что это за помещение. Интересно узнать. Какой-то рукомойник, наверное. Но сейчас вот в таком состоянии этот зубрёнок. Скажем так, наверное, в плачевном. Что скрывать. Пишите ваши комментарии, хотели бы вы, чтобы восстановили его или нет. Потому что, ну, лично я бы хотел. Все. На сегодня наше путешествие заканчивается. Это был лагерь Зубрёнок. Всем пока.